Всем привет! Затюнинговал я ЗИЛ-115 от технопарка, масштаб 1 к 72. Вот, есть у меня еще ГАЗ-66, тоже от технопарка, 72 масштаб. И вот я у нас на почте покупал МЧСовский КАМАЗ. Он там очень долго висел, я решил взять, пока еще с ним ничего не делал. Такие же колеса, как на КАМАЗе, были тут. Вот у меня от Диагостини ЗИЛ-114. У него все есть, я просто поснимал, я хотел. Думал, он мне пойдет на один проект. Вот, и еще ЗИЛ-4104. Тоже 43 масштаб от Диагостини. Они, кстати, очень похожи. Вот. Сбоку они похожи, у них разница только по фарам, я так понял. Даже капот у них похож. Ну, тут я, конечно, это уже рельеф не узнать. В общем, колеса эти от Hot Wheels, от Impala 64 года, которая у меня была белой с черным. Вот. Покрасил в золотой бумпера. Тут вот сбоку вот эту вот полоску, тут вот снизу решил покрасить, ручки дверные покрасил. Сделал фары. Есть у меня еще от автотайма чайка 1 к 72. Вот она там, где коробки вылили в ряд маленькие, там сам низу она желтенькая стоит, можно ее видеть. Вот тут я, короче, это у меня звезды, они были в этом. Такой мячик, типа в нем жидкость, в нем вот эти звездочки, еще он там от тряски, короче, это мигает. Мигалка в нем, я их из-за этого покупал. Ну и смайлики там были такие. Ну, у меня их 4 вида, 4 мячиков. Вот. Я их в каком-то видео показывал. Вот. Ну, фары я сделал тут. Из оргстекла красным, тут сбоку поворотники покрашены, спереди вот тоже белые, тут вот сбоку поворотники покрашены. Тонировка, это, короче, скотч такой полупрозрачный, это черный. Вот я его наклеил на окна. Он, в принципе, если при свете, он прям просвечивает. Вот. Но тут сиденьев нет, тут задних, тут батарейка, потому что не стала ничего тут лишнего придумать. А вот эти сиденья есть, водительское и пассажирское. Вот, ну, в принципе, так по приколу сделал, а то черный надоел. Ну, черным я его опять могу сделать легко. Вот, кстати, вот там стоят красный светодиод и желтый. Почему он не стоит желтый? Потому что, смотрите, сейчас перестанет красный гореть, когда я белый подключу. Точнее, белый не горит, а без красного горит. Вот. Ну и тут я спереди решил поставить желтый. Ну, как бы и как лампы накаливания. Реалистично. Ну и плюс это. Вот желтый у нас горит и красный горит без резисторов. Вот одинаково. Вот я такие покупал, короче, светодиоды. Они вот непрозрачные, не очень яркие, а такие вот цветные. Вот. Синий, в принципе, вообще. Не, ну синий горит почти так же, как и прозрачный синий. Ну, зеленый, по-моему, тут тоже тускленький. Ну да, зеленый такой себе. По сравнению с прозрачным зеленым. Или СНД зеленый. Вот. Тут я, короче, хотел сделать кольца. Вот, но получилось как сердечки, в принципе, я решил оставить. Тоже прикольно смотрится, как и кольца, и сердечко такое на крыше. Вот. Ну, тут еще помимо вот этих вот звездочек я лак с блестками использовал. Ну, пусть будет. И, кстати, цвет белый, перламутровый. Вот так вот у нас светит. Ну, сзади два красных, которые я показывал. Спереди желтые. Что-то непонятно, то ли выключатель барахлит, то ли контакт плохой с батарейкой. Вот так у нас светит спереди желтым. Вот.
сзади красный. Но в принципе красные довольно-таки ярко получились. Ну там что-нибудь без резистора обычно. Когда резистор ставишь, красный уже не так ярко светит, как без резистора. Такой у меня получился отдел свадебный. Вот. Возможно, потом вот этот сделаю такой же. У меня, в принципе, он, я его заказал на запчасти. Ну, я думал, только вот эту лимузинную часть возьму, а перед и зад какой-нибудь другой машины будет. Вот, но что-то пока еще не дошло дело до этого. Вот. Ну, у него, по-моему, дворников у меня нет и зеркал. Вот. И тут тоже у меня вот один дворник есть, одного нет. Зеркал, по-моему, тоже нет. Ну, зеркала не страшные, за это не сильно гоню. Можно свои кинь сделать или вообще забить на них. Вот. Колеса у них, кстати, похожи, но отличаются. Вот. Вот такой получился ЗИЛ. 115-й от технопарка. Вот. Потом его, может, черным сделаю. С другими колесами. А может, таким пока оставлю. Не знаю. Всем спасибо за просмотр. Пока.